А как правильно слушать козу? Это девятиклассница Соня. С детства она мечтает помогать животным. В 8 классе девушка решила, хочет быть ветеринаром. И сейчас пошла на ветеринарные курсы. Так, надеется девушка, будет проще поступить в институт. Мне как-то легче сдать экзамены и вообще узнать что-то новое. Я думаю, мне поможет это как-то в будущем. Я еще с детства думала, что пойду ветеринаром, но не думала, что это будет серьезно. А потом у меня появилась собака, и все. Я поняла то, что я хочу на ветеринара. Такие курсы в Красноярске появились еще в начале учебного года на базе аграрного университета. Здесь школьников знакомят со спецификой профессии ветеринарного врача. На уроках подростки готовят лекарства, мази и лекарственные растворы для животных. Учатся основам медицины и диагностики болезней, рассказала преподаватель Наталья Бойченко. Это растворы антибиотиков. Там есть магнезия, магния, сульфат, тоже в форме раствора. Есть препараты с обезболивающим противовоспалительным эффектом. В данном случае для ознакомления с тем, что вообще как можно готовить лекарства, как обращаться с лекарственными препаратами, с инструментами. И это не просто дополнительное образование, а серьезная подготовка перед поступлением в институт. Она идет 2 года. За это время школьники узнают азы ветеринарного дела. После курсов им выдают диплом об окончании образовательной программы. Очень необычно, что школьники могут работать с настоящими животными. Для самих животных это, конечно же, не опасно. На ветеринарные курсы еще можно попасть, это бесплатно. Они проходят по субботам в аграрном институте. Анна Петрова, Михаил Зинкевич, новости ТВК.